нашу концертную программу, и я с огромным удовольствием представляю самобытный коллектив, который стал гордостью не только села Острожки и Аханского района, но и уникальным явлением в Пермском крае. Детский инструментальный ансамбль «Балагуры». Яркой особенностью коллектива является режиссерский подход к решению инструментальных номеров, оригинальность интерпретации, изобретательность аранжировок, использование элементов театрализации и хореографии – вот те качества, которые создают неповторимый творческий имидж ансамбля, своеобразный только ему присущий стиль. Ансамбль «Балагуры» – участник гала-концерта «Дети России» третьему тысячелетию в Государственном концертном зале «Россия. Город Москва». В декабре 2003 года коллектив поощрен Департаментом культуры и искусства Пермской области поездкой в Москву на общероссийскую новогоднюю елку, где состоялась встреча с президентом России Владимиром Владимировичем Путиным в Государственном Кремлевском дворце. Ансамбль «Балагуры» ведет активную творческую деятельность, успешно представляет Аханский район на фестивалях и конкурсах различного уровня. За 17 лет творчества «Балагуры» 12 раз становились лауреатами краевых, 3 раза региональных и 7 раз всероссийских фестивалей и конкурсов. Но особую гордость вызывает победа в международном детском конкурсе фестиваля «Орловские зори. Город Орел», международном фестивале-конкурсе Петропавловской ассамблеи «Город Санкт-Петербург» и последняя успешная поездка коллектива в августе этого года на Черное море в город-курорт Геленджик, где острожские музыканты завоевали гран-при 8-го всероссийского фестиваля-конкурса «Голубая волна». Руководит коллективом лауреат премии Пермской области в сфере культуры и искусства, почетный гражданин Аханского района, участник общероссийской энциклопедии «Одаренные дети. Будущее России», преподаватель высшей категории Авдонин Николай Александрович. Николай Александрович награжден знаком Министерства культуры Российской Федерации за достижения в культуре и медалью «За вклад в развитие образования».